В Туркестанской области продолжают строить жилье. Аким области Дархан Сатыбалды посетил строительную площадку многоэтажных домов в священной столице. Сначала аким ознакомился со строительством 7-9-этажных жилых домов, строящихся в административно-деловом центре. Глава региона поручил подрядчику выполнить все работы качественно. Сейчас ведутся работы по заливке бетона, кладке стен, проведению электро-, водопроводных и канализационных систем. На старте объекта работают 360 рабочих и 16 единиц техники. Разработан проект инфраструктурных жилых домов, получена экспертиза. На финансирование из республиканского бюджета было предложено 700 миллионов тенге. Общая стоимость проектов – 4 миллиарда тенге. Строительство жилья планируется завершить в декабре этого года. Общая площадь квартир – около 70 тысяч квадратных метров. Количество квартир – 1062, 526 двухкомнатных и 472 трехкомнатные. Глава области также посетил площадку жилого комплекса из 25-этажных домов. Он встретился с подрядчиками и дал поручение. ЖК в микрорайоне Утрар возводят сразу несколько подрядных организаций. Общая стоимость масштабного проекта – 16 миллиардов тенге. Это будут 800 квартир. На сегодняшний день завершено 35% строительства. Строительство всех 20 многоэтажек планируется завершить в июне.